Всем привет, с вами канал Артмания. И мы все идем снова на пикник, уже второй. Дима, а здесь вот, возле вот этого дома, вот тут мое детство прошло, там большую сейчас сделали площадку. Сделали парк. Ага, идем, идем. Сделали парк, какой красивый. Беседочки красивые. Красивые беседки. Вот это серьезный дом. Ух ты, тут. А в этом доме, кстати, во дворе не было особо. А здесь, а что же здесь было? Здесь был пустырь, по-моему. Сделали парк красивый какой. И этот, и этот, и этот, и этот. Шалфей тут растет. Ух ты. А, я думала, ты говоришь, надо срезать сюда прийти. Тут какой дом. У него такие окошки выпукают чуть-чуть. Красивый. Такой белый-белый. Нет, он давнишний. А, их вот трое. Вот этот вот. И за ним еще один стоит. Уже часть сосиски. Ну, вот эти вот немножко не дожарились, но они зато с этой стороны зато хорошо прожарили. Ну это. А мы еще когда в компании ходили, всю картошку брали. Угли потом кидали. Никогда не. И как-то один раз картошку испекли, а соли нет, а без соли не вкусно. И что, ну, придумали? Съел я не особо. А, я думал, сейчас ты скажешь что-нибудь там это. Куда-нибудь там. А еще, знаете, что хорошо? Вот взять курочку, ножки, фольгу вот такую замотать. И в угли. Я тоже готовлю. Так, Наташа, бушки? А, нет. Дим, бушки я что? Нет. Буда. Нет. Сейчас переляпается весь. Мама, все. Буду. Кушаем. Нет, 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 нет. Положи куда-нибудь. Ну, забери, Женя, у него.